Снег, выпавший накануне в столице республики с утра, создал проблемы для проезда транспорта. На многих улицах образовались автомобильные пробки, участились случаи ДТП. В центре Якутска на перекрестке улиц Кирова и Орджоникидзе столкнулись внедорожник и карета скорой помощи. Пострадавших нет, но автомашины получили серьезные повреждения. Как сообщили на станции скорой медицинской помощи, это уже второе ДТП с участием машины 03 за два дня. Ранее законодатели предлагали увеличить штраф для водителей за отказ уступать дорогу машинам со спецсигналами. Всего, по данным ГИБДД, со вчерашнего дня в Якутске зафиксировано более 20 ДТП. Инспекторы призывают водителей быть в гололед, предельно внимательными и осторожными на дорогах. Я хочу, чтобы наши водители постарались пропустить вот машину скорой медицинской помощи, потому что они всегда едут на срочные вызова. Это касается нас всех. Они могут спасти, могут помочь больному, пострадавшему. Поэтому всех призываю быть внимательными и пропускать, уступать дорогу машинам скорой помощи.